И у вас тоже будет борода, если не будете брить. Не, я и не брею. Ну, слава богу. А очки можно снять, когда разговариваете, чтобы были видны глаза. А, у меня глаз нету, я слепой. Ну, не, откройте, посмотрим. Ну. Я стесняюсь. Нет, не стесняйтесь, открыто. Открыто. Я же не стесняюсь своей лысины. Но у вас прекрасная лысина, я не стоит стесняться. Ну, снимите очки, пожалуйста. Я, друзья, вот нормальные глазки у вас. Зачем вы так говорите? Вы Бога прославляете за то, что вам Бог дал глаза. Много слепых есть. Знаете, Бога так-то нет, вам лучше сейчас об этом узнать. А как Господь знает? Вот он, знаете, если вы бы сказали, откуда знание наше, а вот оно знание откуда. Меня потом за оскорбление, да? Это вот ты будешь. Только чтобы кто рядом с вами, и вы, чтобы не ругались, ни одного худого слова не сказали. Берите под контроль обстановку. Ладно. А чем вам Бог помог? Я говорю, вы сможете сделать, чтобы ни одного матерка не сказать? Как я и не говорил. Вы не говорили, там рядом могут сказать, чтобы никто ни одного слова худого не говорил. Только жирные слова, худых не будет. Ну, договорились, да? Так, говорите, давайте, повторите вопрос. Я говорю, чем помог вам Бог? Бог помог тем, что у меня есть родители, отец и мать, и что я родился на свет и ожил, в труднейших обстановках был. И мне уже 80 лет, и Бог провел меня дивными путями. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Где я был, там смерть царствовала. Я был в лагере смерти, 5 тюрем за Слово Божие. А меня вот так вокруг только обходили, вихри охватывали. А около меня самые сильные люди становились и просили, я около вас буду стоять, убивают, убивают. Только сейчас говорили, человек мертвый. Вот что Бог для меня сделал. Господь Бог дал мне веру. Господь Бог послал Сына Единородного Иисуса Христа, который умер за мои грехи и дарует мне жизнь вечную. У меня много друзей и много врагов. Погодите, вечную жизнь, то есть вы не умрете, будете жить дальше. Господь так и сказал, верующий в меня не умрет. Это означает, духовно не умрет. А после смерти, как писал Лермонтов, есть Божий суд на перстнике разврата, есть грозный судья, он ждет. Он недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед. В этого Бога я верю. Узри правду, Андрей. Ты слишком долго не мог принять Бога. Бог... Он вам являлся. Да, конечно, являлся. Неоднократно являлся. Он явился мне, особенно, когда я был маленький. Когда я молился Богу. И когда в наказах матери вы отвлекаетесь. Всюду везде был Бог. И меня Господь сохранил. И вернувшись из армии, я нашел Бога уже сознательно в 23 года. 27 сентября 1962 году. Евангелие мне в руки Евангелие мне дали. Я сидел, читал в другой комнате, где я в гостях был. И в этот же день я склонился молиться. И когда я уже на корабль вернулся, я был другой человек. Я всем возвестил, живем неправильно. Жить надо для Бога. И в 56 лет я иду этим путем, подтверждая любовь мою к Господу. Вот мы строим сейчас православную деревню с нуля, а разрушено 21 тысяча сел, полностью исчезли. 10 тысяч вот-вот кончатся, 2-3 человека живут. Страна исчезает. А мы взяли землю, зарегистрировались и с нуля строим православную деревню, где человек должен доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. И первый разговор ведем с ним. Учителя все верующие. Первый мы храм построили. Дороги, пруды восстанавливаем. Все государство ни рубля не вложило в нас. Мне Бог положил на сердце образовать детский лагерь. Много беспризорных. И я непосредственным начальником был. 45 лет. Ни рубля государство не дало. Тысячи детей подняли. Мне есть что вспомнить. Это живой Бог. Ничего нету. Господь Бог мой позволил мне написать 38 томов книг, которые решил подарить странам. И мы поехали на «Газели», мы в Барнауле живем, до Владивостока, до порта Находки. А на следующий год мы поехали до Лиссабона, прошли Турцию, Скандинавию, Прибалтику. И Господь позволил мне подарить книги в 650 городов библиотеки.
Это на 35 миллионов подарили. При пенсии, в настоящий день, у меня пенсия 35 лет стажу трудового, 8141 рубль 33 копейки. Так, и? И на миллионы подарили. Это чудо Божье. Бог простирает свою десницу. Незнакомые люди, знать не знаю, присылали деньги, что мы проехали. Мы только на горючее потратили в одной поездке 440 тысяч. И я встаю сегодня, я встаю рано, в 2 часа ночи, здесь разобраться. У меня большие ресурсы здесь, это Бог сделал. Вот у нас YouTube во свете Библии, там 14 660 роликов на все темы, на все абсолютно, как мы ездим, мы все снимаем, не монтируем, вот как есть, так и будет. Вот вы сами себя увидите, как мы разговаривали с вами. У меня вопрос к вам из всего этого рассказа. В чем смысл жить? Смысл найти Бога, примириться с Ним и жить для Бога. Две заповеди выполнить. Первое. Возлюби Господа Бога, Творца твоего, всем умом, всем сердцем, всей душой. И ближнего, как самого себя. Хорошо. Возлюби Господа Бога и так далее. Но, опять же, сама же Библия гласит о том, что не сделай, не сотвори себе кумира. Да. И... да. Но... как бы, что вы можете на это сказать? Как? Это противоречащие вещи. Как? Я не понял, где противоречия-то нашли? Не сделай себе кумира, но... не сотвори себе кумира. Так. Но при этом возлюби и... возлюби Бога. Ну а где кумир-то? Я не сотворю, у меня и нет кумира, у меня один Бог. Бог говорит, поклоняйся Богу, а не кумиру. Кумир это выдуманное, а Бог это творец. Это же большая разница. Господь говорит, идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Есть рай и ад. Вы верите, что дьявол есть? А вы сатане? У меня, да, во мне дьяволом. А вы смотрели фильм «Мастер и Маргарита»? Естественно. Ну, там... или «Наколка с дьяволом». Я... там... все, я могу... только не ругаться, пожалуйста. Что... да, да, никто не ругается. Так, так вот смотрите, Валант, когда беседует, его играет Басилашвили. И он говорит, так что, и Бога нету? Он говорит, а дьявол? И дьявола нету. Да что ж такое-то? Куда? А Христе надо доказать. Он говорит, не надо доказывать. Я был при Христе, когда его распинали. Дьявол, говорит, дьявол в образе человека. Михаил Афанасьевич Булгаков знал, о чем писал. Конечно, знал. И Иисус Христос реально существующий исторический персонаж. Да, от него идет новая вера. Все наши имена. У вас какое имя? У меня Игнатий Лапкин, а у вас? А у меня меня не зовут. Почему? Ну, какое-то имя-то есть у вас? А, Василий. Василий означает царь. Греческое имя. Откуда оно пришло? Был Василий Святой, Василий Великий. Вы названы во имя Василия Великого. У нас даже пошли в библиотеку, а в корне Библия. Библиотека, книгохранилище. У нас все пропитано Богом. Солнце, это восход, латынь. Земля. Это латынь, месье. Я вам сказал один раз. Если вы не поняли, значит, вы недостойны этого слышать были. Мы не спорим. Спорит, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. Вы за свои убеждения ни дня не страдали. А мне пришлось платить тюрьмами, допросами, пытками за мою веру. И Господь меня сохранил. Вы, если зайдете на наш сайт «Во свете Библии», не YouTube, а сайт. И YouTube называется «Во свете Библии». У нас там 14 666 роликов. А когда в сайте зайдете, там государственные фильмы о нас снятые, занявшие первое место на международном киноконкурсе. Так что там ни обмана нету, документальные фильмы. Мы показали, что только с Богом можно жить. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих, говорит... Христос сказал, без меня не можете делать ничего. Вот тебе книжка, на, прочитай, это Библия. Да, я знаю. Знание – сила. Во свете Библии, значит. Да, во свете Библии Игнатий Лапкин. И вы зайдете на наш YouTube. Угу. Вы в интернете найдете 220 роликов против меня, только составленное. Против. Это означает, чего-то мы стоим.
у всех, у каждого есть свои ненавистники. Да, и это... у Христа были враги. Да это не и просто враги. Они работают здесь, им платят деньги большие за это. Но они ничего не могут сделать. Ничего. Потому что я не теоретик, практик. Я практик просто. Я 40 лет работал печником. Обогревал... Самая простая вещь. Если Бог существует, и я грешник, да. Я действительно грешник, и я этого не скрываю, то пусть он меня покарает сейчас молнией. Ждем. Молнии нет, месье. А знаете, у меня жил я на квартире одна, Улита Григорьевна, а у нее сосед, и говорит, где он твой Бог-то? Пусть он мне бутылку даст, я тогда поверю. А он бегун там прыгает. А она говорит, Господь может тебе ноги подрезать, ты тогда пониже головой будешь. Они на следующий день пошли на охоту, и ему там в болоте выстрелили прямо в колено. Ему ногу отрезали. И он теперь, баба Улита, вот так слышал. Для техники безопасности. Нет, подожди, хорошо. Если Бог есть, и Он нас любит, Он любит нас? Существо... Бог нас любит или нет? Любит и ждет покаяния. Хорошо, Бог нас любит. Почему на Псалом... Бог. Я поясняю. Псалом 13 говорит, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. И дальше причина, они развратились, совершили гнусные преступления, нет делающего добро, нет ни одного. Вот вся причина. А делающий добро идет к свету, дабы явно были дела. А делающий злое не идет к Богу, к свету. Он боится суда Божия. Причина-то ясная, чтобы ни за что не отмечать. Блудил, ел, жрал, говорит, и после пищеварительного процесса сойти в могилу, и за смертью обрящет лишь смерть, как Достоевский Федор Михайлович говорит. Окей, а если Бог есть, и Он любит людей, то почему Он допускает смерти людей? Почему Он допускает детские смерти? Если Бог может спасти, то почему Он не спасает? Так, пожалуйста, сядьте рядом, сядьте, чтобы я вас видел. Я здесь. Присядьте рядышком, я должен отвечать, видеть лицо человека. Но, к сожалению, я... Присядьте, пожалуйста, вы... Присядьте, я вам буду отвечать. Я даже не бегу никуда. Двигаюсь. Да, да. Вот почему Господь любит человека. В 138-м псалме написано, «Господи, очи Твои видели зародыш мой, как я был созидаем в утробе матери. Господи, в книге Твоей записаны для меня назначенные дни, когда ни одного из них еще не было. И Бог знает состояние человека и что ему нужно послать». Мне необходимо было вот это, то, что я был. Там нельзя проникнуть, тюрьмы. Бог посылает. Я свидетельствую о Боге. Следователь обратился. Начальник тюрьмы умер по-христиански. Военный следователь обратился. Понимаете как? Бог посылает туда, в огненное испытание. Во-первых, это для меня полезно. Я первый в стране распространил архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Насчитал. На 10 лет раньше Нового мира. Твардовского. А если же... Вот ребенка насмерть машина сбила. Так, это все описано. И это написано. Бог? Я отвечаю. При мудрости Соломона, 5 глава, написано так. И Господь восхитил его в раннем возрасте, дабы не развратилась душа его. И вон, знает его жизнь, уже назначена. Вот Фома, это 5 октября, житие его, он в Индии был. Его пригласили на свадьбу, а он апостол, его глаза открыты. И он видит, как дальше жизнь будет продолжаться. И он жениха с невестой отозвал и говорит, у вас будет 7 детей, все злые и больные. И вас убьют. Я добавляю, что вы будете иметь их? А что делать? Разойдитесь пока еще ничего не было. Живите для Бога. Женатый заботится о том, как угодить жене, о мирском. А не женатый заботится, как угодить Богу. Да, баба, отстой, что ты базаришь. Вот как дело обстоит. Женщины грешны все от природы, и Бог их порицает. Религия порицает женщин. Именно поэтому они должны покрывать Бога. А вот смотрите, вот вопрос у вас возник один. Я могу только на практике показать. Я выступаю в доме ученых Новосибирской академгородок. Вы слышали такой? Ну, было дело. Ну, там профессора-академики. Я узрел спасение. Спасение в этом бородатом мужике, Андрей. Спасение близко! Да, Господи!